Книга «Открытым оком», пятый том, вопрос 1479. У многих людей осталась ностальгия по советским временам. Говорят, что и зарплату вовремя платили, и терроризма не было. А вы как считаете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Советская власть – это никакая не власть, это просто у власти государственная шайка бандитов, антивласть, мафия зверей, людоедов. Они уничтожили нацию, самое лучшее, что было в людях, испепелили и вывели новую породу совковых советских манкуртов, твари безмозглых. Вот они тоскуют по свиному корыту, по мизерной зарплате, а терроризма не было где. Они же насадили этот терроризм по всему миру, еще подрывая царя и убивая Столыпина и других, цвет прошлой России. Они есть родоначальники терроризма мирового. Читай роман «Бесы» Достоевского. Это люди-демоны. Это духи зла, воплотившиеся в государственном бандитизме. Сегодня они перелицевались, лопаются на ворованном. Чудовищная власть египетского фараона порабощала в тогдашних колхозах богоизбранный народ, уничтожала будущее нации, унижала и вытравливала в людях чувство человеческого достоинства. Бог Иегова чудом спасает этот униженный народ. И вот они начинают тосковать по прошлому преимуществу. Лук и чеснок снятся им. Вчерашний гулага фараона из ЦК Кремлевской пирамиды они вчистую забыли, даже не реабилитировали еще своих умученных и бредят уже прежним коммунизмом Нила. А то, что детей их уничтожали, что они работали без продуху, про это они в пустыне ни разу не вспоминали. Так, что были и тогда такие, утопленные в ностальгическом соусе. Числа, 11 глава, 5 стих. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дынь и лук, и репчатый лук и чеснок». Экклесиаста, 1 глава, 9 стих. «Что было, то и будем, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».